Здравствуйте, меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». Впереди нас ждут майские праздники. Как их провести в Самаре и какую программу приготовили для жителей и гостей города в преддверии Дня Победы, расскажу прямо сейчас. 7 мая музей Эльдара Рязанова приглашает на интерактивную экскурсию «Запасная столица в ракурсе кинохроники». На ней вы узнаете больше об уникальной судьбе нашего города во времена Великой Отечественной войны. С первых ее дней шла эвакуация промышленных предприятий и людей. Среди эвакуированных оказалась и семья будущего кинорежиссера Эльдара Рязанова, которому тогда было 13 лет. На экскурсии расскажут о запасной столице через воспоминания Эльдара Рязанова и его сверстников. Рассказ экскурсовода будет сопровождаться показом кинохроники. Среди них кадры исполнения Шостаковичем 7-й симфонии и празднования куйбышевцами Дня Победы 9 мая 1945 года. Начало экскурсии в 14:00. В годы Великой Отечественной войны, которая стала суровым испытанием для нашего народа, родилось очень много музыкальных произведений. Песни, романсы, марши помогали преодолевать трудности, согревали душу и вдохновляли на подвиги. 7 мая можно услышать эти легендарные произведения на концерте «Победа. Музыка. Весна» в исполнении Самарского концертного духового оркестра. Куйбышева 104, 16:00. Вход свободный. В воскресенье в театре «Самарская площадь» показывают спектакль «Красное вино Победы». 6 героев, оказавшихся в госпитале весной 1945 года, испытывают противоречивые чувства. На поле боя они получили ранения, но тишина и стерильность больницы для них непривычны. Каждый готов бороться за свою родину до конца. Их история никого не оставит равнодушным, заставит переживать, грустить и порой улыбаться. Начало спектакля в 18:00. 6 мая в Центральной городской детской библиотеке состоится музыкально-поэтический вечер «Строки Победы». На нем под звуки фортепиано и гитары и под рифмы классиков, писавших о войне, детям расскажут о подвигах наших героев. Услышать знаменитые песни военных лет и самые пронзительные стихи можно в субботу, начало в 17:00. На этом у меня все. Выбирайте то, что больше по душе, и отправляйтесь отдыхать.